Ребята, всем привет! Это обзор китайского ноутбука, игрового китайского ноутбука. И я покажу в реальном времени, без склеек, что он действительно идет на ультрах. Потому что я объясню сейчас, что происходит, почему я это показываю. В реальном времени настройки смотрим. Смотрите, все по-честному. Для меня это очень важно, я по-другому не могу. Пришлось переснять обзор. В прошлый раз на обзор этого ноутбука, который я уже удалил, у меня стояло здесь HD. Я не знаю почему. Смотрим. Full HD, Ultra. И галочки, может быть, и не все стоят, но многие. И еще раз смотрим. Вот оно, все по-честному. Ультра настройки, метро 2019 года, свежая игра. Давайте в кого-нибудь постреляем, и после этого расскажу о ноутбуке. Благо, сейчас обзор получится даже более полным, чем был до этого. Так, ого, фига себе персонаж. Давай-ка лечись. Где эти волка-собаки или какие-то черти здесь есть? Сейчас постреляем в кого-нибудь. Еще раз, смотрите. То есть ультра настроечки, ноутбук не дешевый, конечно, но он и должен так идти. Еще раз проверяем, опять же, в реальном времени. Видео, Full HD, ультра. Круто. Погнали, сейчас немножечко поиграем и поговорим о ноутбуке. Если вы слышите, как работают кулеры, их здесь два, плюс трубки охлаждения воздушные используются, это хорошо. Но не рекомендую, конечно, этот ноутбук использовать, если вы в комнате не одни. Потому что если поздней ночью играете, если у вас не отдельная комната, то люди, которые с вами, конечно, будут очень хорошо слышать этот шум. Ну, за мощь, за охлаждение нужно мириться. Какие-то черти маленькие, их не надо. Давайте найдем какую-нибудь собаку, застрелим ее. Ну или не найдем. Ладно. Ну, я думаю, впечатление. Вот она, вот. Все, готово одна. Ага, все, ствол раскалился. Все, меня сейчас убьют, патронов не хватит. Но переиграем этот уровень. Ладно, я думаю, достаточно. Жаль, патронов не хватает. Сейчас мы. Их здесь много, и здесь не один. Мочи прикладом. Ну, давай. Все, я думаю, достаточно. Все, готово, отлично, справился. Еще две, ладно. Это обзор все-таки ноутбука игрового, а не игры в метро. Патронов у меня на вас не хватит, черти, а их создавать надо. Все, начинаем обзор. Всем привет, друзья. Итак, игру мы посмотрели. Кроме того, я поставил сюда Fallout 3. Может, не самая производительная игра, но мне самому интересно, я в нее ни разу не играл. И стоит, поставил я Adobe Premiere Pro. Это программа, в которой я сам иногда ролики монтирую. Также монтировать, для монтажа он подходит. То есть по мощности вопросов никаких нет. Есть некоторые вопросы по ноутбуку, плюсы-минусы. Я подробно сейчас расскажу, стоит ли покупать такой, в общем-то, и не дешевый, но и по меркам игровых ноутбуков, не безумно и дорогой ноутбук. Итак, погнали. С внешнего вида. Ну, по экрану могу сказать, экран мне нравится. Экран технологии IPS, экран 15.6, Full HD разрешение, 1920x1080. Этого для этого ноутбука конкретно достаточно. Мне нравится картинка, мне нравится на этом ноутбуке не только играть, но и смотреть YouTube, смотреть фильмы, работать. Не знаю, что-то с ним делать. Экран оставляет очень приятные впечатления, запас по яркости у него хороший. То есть сейчас я поставил 100%, и я вижу насыщенный белый цвет очень хорошо. И ну еще бы, за эти деньги мы ожидаем качественный ноутбук. По экрану вопросов никаких не возникает. Сам корпус. Ноутбук, кстати, достаточно легкий. 1,85. Без немного, он весит 2 килограмма, это немного. Крышка металлическая, точнее это магний с алюминием, сплав. Она приятная на ощупь и действительно металлическая. Снизу у нас идет, сразу видно, что это игровой ноутбук, два мощных вентилятора. Я уже говорил, когда играл в метро, еще раз повторю, ноутбук достаточно шумный. Вентиляторы шумят, медные трубки для охлаждения, но это позволяет играть тяжелые игры без того, чтобы не фризило ничего. То есть шум от него хороший. Будьте внимательны. Еще раз скажу, когда если вы один находитесь в комнате, никаких проблем. Одели наушники и играйте в свое удовольствие. Разъемов в ноутбуке достаточно много. Здесь у нас 3 USB. Точнее, 3 USB это не так и много. Я бы предпочел 4 как минимум. Ну, 3 есть и есть. Два разъема USB. Третьего поколения, раз, два. Также картридер, это ребра такие вентиляторов двух. С обратной стороны еще один разъем. Этот разъем уже технологии 2.0. Разъем для наушников, разъем для микрофона, как в ноутбуках водится. Разъем просто для подключения сетевого кабеля, Ethernet, если не ошибаюсь, называется. Разъем вывод изображения, это HDMI. Есть еще один разъем, это Type-C. Притом, если у вас есть кабель Type-C, такие кабели в природе встречаются, получается у вас 4 USB как будто получится. Не как будто, а так и есть. И DisplayPort, два разъема. И больше ничего нет.
момент отмечу, что крышка сама сделана из пластика и выглядит все тоже, на мой взгляд, достаточно красиво. Ну, сюда мы не заглядываем. Единственное, к чему хочу попридираться, это то, что кабель выскакивает. Если мы просто берем как-то ноутбук резко, то кабель может вытащиться. Штекер коротковат. Или мы, например, ноутбук держим на коленях, тоже будьте внимательны. Все-таки вот единственное, к чему стоит попридираться в этом ноутбуке. К остальному я придираться не буду. Ноутбук можно поднять одним пальцем. Правда, он иногда поднимается, но все-таки это можно сделать. Я еще раз продемонстрирую. Одним пальчиком поднимаем, все-таки поднять его можно. Переходим к клавиатуре, включению. Клавиатура. Подсветка RGB разных цветов. Единственное, у меня здесь только синий цвет. Ноутбук, так как ноутбук ко мне приехал из интернет-магазина Tmall. Я думаю, вы его знаете. Это не AliExpress. Этот магазин находится на площадке AliExpress. Но большая очень разница в том, что товары не из Китая, а со склада в Москве или рядом с Москвой. Товары приходят за 1-2 дня. Разумеется, есть гарантия. И самое главное, ждать не нужно неделями. Если вы покупать будете этот ноутбук, либо что-то другое на Tmall, я сам лично покупал себе даже бытовую технику, просто обзоры на это не делал, потому что вы скажете, продался, реклама и так далее, но я действительно там покупал, то доставка 1-2 дня до Москвы, по России несколько дольше будет, и официальная гарантия будет. И этот ноутбук продается именно там. Чуть позже скажу, сколько он стоит. По клавиатуре мне прислали тестовый образец, памяти должно быть 256, тут только 128 плашка. И подсветка еще регулироваться должна, регулируется очень красиво. Red Green Blue, Red GB стандартный, то есть разных цветов. У меня она синяя в данном случае. По клавишам все стандартно. То есть единственное, я бы предпочел, наверное, чтобы вот эти вот клавиши, мне нравится, когда кнопки вверх-вниз, влево-вправо вынесены чуть-чуть или как-то обозначены, здесь они вровень с другой клавиатурой. Отмечу, что ход приятный, у меня никаких не таких положений, сказать, вау, клавиатура мега крутая, ни отрицательных эмоций не возникает. Это просто хорошая, добротная клавиатура, F-клавиши также присутствуют, все есть, что нужно. Самое главное, кроме производительности, в этом ноутбуке мне действительно офигенно понравилась его скорость. Он очень быстрый. Мы нажимаем на мой компьютер, нажимаем на диск, открываем что-то, папку Windows не буду, что-то открываем, все работает очень-очень быстро. Реально, скорости я не ожидал. У меня неплохой ноутбук у самого, игровой, правда уже ему года 4, наверное, но он такой скоростью не обладает, как эта модель от компании MyBenBen. Реально, очень быстрый. Что еще про ноутбук сказать? По внешнему виду я почти закончил, разъемы рассказал, площадка, разумеется, есть. Площадка тоже обычная, стандартная, чего-то необычного. Стролить можно, скроллить двумя пальцами. Камера, веб-камера внизу, расположена нетипично, не наверху, а внизу. Сами рамочки вокруг экрана с трех сторон небольшие, внизу достаточно много. Крышка, если вот так вот ее пошевелить, несмотря на металл, то есть небольшой прогиб происходит. Сам же корпус, зато крепкий. Когда мы ноутбук закрываем, ощущение монолитное. То есть бросил в рюкзак, специальный рюкзак лучше для ноутбука, с ним ничего быть не должно. Но сама крышка не то что хлипенькая, а немножко вот ходит. Может быть, это особенность всех, без исключения ноутбуков. Либо сюда какой-то стальной лист поставить нужно. Вывод по этому ноутбуку. Стоит на данный момент он на Tmall в районе 60 тысяч, плюс-минус. Цены могут в течение времени меняться, ссылку я на него оставлю, если кто-то будет покупать. Как таковых, если даже сильно попридираться, минусов – это штекер, который периодически вылетает, если вы ноутбук будете двигать. По автономности, кстати, чудес нет никаких, около 2 часов, я думаю, будет у вас максимум на средней яркости экрана. Ноутбук относительно небольшой, весит меньше 2 кг, обладает разрешением Full HD на 15,6 дюймов, с очень хорошим дисплеем, с очень высокой скоростью работы и с хорошими, на мой взгляд, хорошей производительностью, позволяющей играть на ультранастройках, пусть и не на максимально все галочки проставлены, но все-таки на ультрах, в такие тяжелые игры, как современное метро, использовать Adobe Premiere Pro, использовать Photoshop и так далее. Поэтому думайте, если нужен игровой ноутбук, если вас не пугает, что фирма пока еще не так слышно, я, например, об этой фирме пока не знал, это относительно молодой китайский производитель, но вот в остальном очень ровненько, аккуратненько. Я все, что вижу, рассказываю как есть, по-честному. Плюсы, минусы. В остальном все очень понравилось. Поэтому думайте сами. Ссылка будет на Tmall под видео. А я же не прощаюсь, а говорю, как всегда. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.